Всем здорово, ребят. Ну что, у нас сегодня такой больше разговорный видосик. Решил я такие видосы записывать, потому что меня, как вы видите, последнее время бомбит. И реально у нас куча локаций, которые не актуальны. И я так посидел, подумал, записывать там, не знаю, раз в неделю, возможно, чаще. Можете писать в комментариях идеи, какие у вас есть по поводу этих локаций, что бы вы хотели, изменения какие видеть. Потому что у нас локаций все больше, 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 а в итоге изменений просто ноль. То есть все добавляется, 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 но в итоге локации под эти новшества не меняются, в итоге они получаются у нас просто неактуальные, бессмысленные, то есть, ну, неинтересные. Просто игра, по сути, с 100%, ну, фармится, допустим, процентов 10 это потолок. А фармится в основном, что у нас фармится акции, там, где есть халявные плюхи, локации, где есть халявные плюхи, и все. Остальные локации просто уже надоели, мы забили хер, оно нафиг не надо. И просто неинтересно, потому что там ни хрена не сделаешь, особенно без доната. Вот. Я в прошлый раз вам показывал видосик, я проходил локацию «Забытую битву», и я сегодня хочу именно о ней поговорить, что бы я хотел, чтобы в ней изменили, и как это я вижу. Потому что для без доната, для доната там все нормально, скажем так, и то... Есть нюансы, нехватка того же самого времени, имбалансные герои, которых нереально убить. Нам уже обещали, что на атаке фортов нам сделают нововведение, будет побеждать пачка, у которой больше остается героев. Либо пачка, если одинаково, которая на дефе, но я считаю это тоже не особо правильным, потому что на сегодня прошлую АВ, которую я показывал, как раз когда был вылет, так получилось, что собралось две пачки, моих 6 героев и его 6 героев, и друг друга убить не могут. И нифига ты не сделаешь, что бы ты ни хотел, просто ты ни хрена не сделаешь. И это реально печально. Та же самая ситуация у нас в забытой битве. По сути, локация классная. Изначально она уже давным-давно у нас была, мы все ее бегали, играли, потому что это основной, скажем так, доход по кулакам был. На сегодня это не настолько имбовая локация, поэтому однозначно хотелось бы каких-то изменений наград. Одних самоцветов, ну вот ради самоцветов я еще ладно согласен, но кулаков, которые оттуда дают, ну это просто печально, честно говоря. Хотелось бы оттуда каких-то особенных плюшек, потому что это такая локация... О май гад, что тут у нас творится? Они хотят сказать, что мы их не пройдем, что ли? Хотелось бы каких-то особенных плюшек оттуда, чтобы был какой-то интерес это все фармить. Потому что то, что там дают нам, ну, честно говоря, это такое слегонца говнецо. Ну, относительно. Раньше когда-то это были какие-то имбалансные награды, на сегодня это просто какая-то печалька. Так, зафармили, отлично. Вот эта вот локация тоже, блин, каждый день надо фармить сидеть. Ну, задрачивает это. Еще и на всех аккаунтах, на которых играешь, потому что пропустишь, ни хрена не получишь. Так, идем. Ну вот, ЗБшка, да. У нас разделение идет по сезонам, то есть... Чем выше сезон ты попадешь, тем лучше, сильнее у тебя противники. И тут у меня просто один момент. Как же быть без доната? Потому что донатом-то насрать на эту локацию. Ну, многие здесь сидят и пачки есть. Без донат не может перейти в высшую лигу, потому что он будет просто элементарно все сливать донатом. То есть первое, что бы я хотел, чтобы было градация не по очкам, а было градация именно по силе аккаунта, хотя бы приблизительно. Понятно, что будут и на любой силе донатные аккаунты, но для бездонатов это будет намного лучше, намного проще. И была градация именно по силе, чтобы донаты там воевали против донатов, против сильных пачек, более слабые против более слабых. И награды были приблизительно одинаковые, то есть чисто... Вот здесь вот был бы офигенно подбор по силе, то, что они сделали, блядь, нам в запределе.
То есть подбор противников по силе, либо тот же самый лабиринт, да, где залезаешь, и тебе выдают такую силу, что ты просто охреневаешь. Вот здесь бы было бы это в самый раз. Здесь бы был бы интерес, чтобы была градация противника не по очкам, а именно по силе. Потому что у нас заканчивается сезон, и вы попадаете, ну, как бы, кто играет с самого начала, все знают, что переход идет, и состязаются все там кратно, я не помню, там, по этим лигам. То есть 600 до 1000, с 1000 до 1500. И вот это вот я бы отсюда нахрен убрал. Вот реально было бы интересно, чтобы воевать против таких же где-то плюс-минус, как ты. То есть там сделать градацию, я не знаю, по 50, по 100 тысяч, по 100к, и то это даже много. То есть плюс-минус, чтобы одинаковые противники были. Это было бы намного интересней. И здесь бы без доната хотя бы имели какую-то возможность поучаствовать. Дальше. С этим разобрались. Награды, которые здесь есть. Сейчас я нападу. Что такое? Вот, ну вот посмотрите. У меня один герой, и против меня там даже пусть будет неважно кто. Он нифига вот этому моему герою не сделает. Я просто в забашку не хожу. И таких очень много топ-донатов, которые не ходят. И без доната на вот этой вот срани я сам попадал. Ни хрена сделать не могу. Что такое на сегодня вот этих вот... Плюс 46 кулаков, да это ни о чем. Вот реально, добавьте сюда лучше какие-то расходники, но не кулаки. Кулаки уже нахрен отсюда можно давным-давно убирать, потому что вы даете акции, в которых вы даете по 10, по 20, по 30, по 50 кулаков. Вы даете кучу разных расходников, там коробок и прочего, и кулаки просто становятся уже на сегодня, ну, не актуальны в этой локации. То есть второе, что бы я сделал, это изменил бы награды. Добавить сюда, я не знаю, какие-то итемы по окончанию сезона. Сделать сезон такой, как там, не знаю, на Архидемоне, например. Сделать такой, ну, то есть награды, плюхи, которые можно получить. То есть, чтобы было какой-то интерес ее фармить за сезон. И все бы в нее, его по-любому бы фармили, если были бы здесь вот такие какие-то плюхи, а не кулаки. Кулаки нахрен никому не нужны уже. Это реальность. Заходишь в любую акцию, там... которую дают, и там всегда у нас кулаки, кулаки, кулаки. Это на сегодня для бездоната не проблема. То есть пора уже просто вот не выпустить нового героя, не выпустить новую локацию, просто взять, изменить то, что есть. Это намного проще, ничего здесь сложного нет. Раньше они нам кричали, вот там нельзя будет ник поменять, это будет влиять на сервер, там, на данные, там нельзя то сделать, и все прекрасно. Как-то странно, но делается. То есть награды можно поменять. Самоцветы, опять же, ну докуда без доната доходит? Вот напишите, у кого какая сила и кто докуда в этой локации доходит. Я больше чем уверен, что многие просто без доната до 1000 не дофармливают. Просто тупо не дофармливают. Это 100%. Когда-то мы бегали, здесь игрались с картами. Да, сейчас дают карты, дают все, чтобы нафармить там 1500. Получить бонусы, плюхи, но без доната это надо будет дохренище фармить. То есть, ну, бессмысленно убрать, поменять, либо добавить каких-то самоцветов больше. Сделать там 2000 самоцветов, там 3000 самоцветов. Что такое 3000 самов, ну, для без доната? Это дофига, реально. И люди бы за месяц каких-то 10к накопили, они хотя бы могли паролить. На сегодня это не такая большая сумма, чтобы стоило заморачиваться над этим. Но опять же, это очень сложно поменять. Дальше. Время. Вот меня очень часто зачастую убивает из-за того, что они сделали. Количество времени на прохождение. Вот 45 секунд они увеличили, когда-то было 30. 45 секунд на сегодня бывает тоже не хватает. Когда особо собираются такие пачки, либо здесь вариант о победе. Присуждать, так как они нам пообещали на атаке фортов. Либо у кого больше героев остается. Потому что бывают такие моменты, что просто там Ронин, Фрея, Зефир остается один, и ты его не можешь слить. Это нормальное явление уже на сегодня, потому что они подобавляли кучу всякой срани. Хотелось бы, чтобы здесь поменяли именно условия присуждения победы. То есть больше героев ты победил. Потому что, ну, нереально, просто бывают такие моменты, бывают пачки, что у тебя 6 героев, и ты ни хрена сделать не можешь. Даже у тебя круче прокачки, но исходя из того, что они нам сделали, блин, баланс дикий, ну,
нельзя это сделать. Поэтому это третье, что хотелось бы в этой локации поменять. Подбор противников тоже хотелось бы как-то это все разнообразить. А то зачастую вот это вот заходишь... Ты не играешь там, допустим, какое-то время, тебя скидывает на ноль. И для того, чтобы, допустим, мне сейчас подняться в какой-то топ, мне, я не знаю, надо пару недель, наверное, пыжиться над этим. То есть здесь бы мне тоже понравилось бы подбор системы, как они реализировали систему на этом, на Battle Pass. То есть побираются противники автоматически по очкам. Все время, то есть у тебя там есть какой-то, можно сделать даже плавающий какой-то график, то есть есть 5 попыток, вот как, например, там в других играх, у тебя есть 5 попыток, ты их просрал, допустим, просрал одну попытку, у тебя стало меньше очей, выиграл, значит, больше стало, вот таким вот образом варьировать, но ограничить количество попыток, допустим, там до определенного какого-то момента, был бы какой-то интерес, то есть, ну, развивать это тоже можно. И локация была бы какая-то хоть живая. Так на сегодня здесь куча донатов, которые по сути забросили, вот нули стоят. Точно так же, как я, допустим, не прохожу. Но на них попадает без донат, и это печаль. Он просто тупо будет сливаться на этих огниках, на этом всему. Ну, как-то неинтересно. Вот. Это первая локация, за которую я еще буду, думаю, снимать. Надеюсь, вам нравятся такие видосы. Вы пишите, какие у вас есть идеи по поводу этих локаций. Будем это все как-то собирать и что-то пробовать менять, потому что по ходу в IGG там сидят, я не знаю кто, они ни хрена не тестируют, не смотрят, не делают. Им просто на игру насрать. Вот. Поэтому если мы сами не начнем им подсказывать уже по ходу, рассказывать, либо уже делать, я уже даже не знаю, просто уже идея просто сказать, чтобы все перестали вот флешмоб сделать, блять, пока они ни хрена толком не прислушаются и не сделают, мы ни хрена не получали доната, потому что мы их кормим, они нам в каждую обнову какую-то срань дают. Но я уже не знаю, уже просто настолько бомбит от этой игры, просто заходишь, даже не хочется ни на что смотреть, ничего даже не фармить, ни обнову там. Как я раньше покупал этих героев одного, второго. Просто понимаешь, что, блядь, сегодня он 500, завтра он 200, послезавтра он 10. И ты понимаешь, нахрена? Вот для нахрена тебе такой герой, который через неделю будет стоить вообще копейки, вообще бесценен все в игре. И это уже, я не знаю, это обратно, походу, не вернуть. Вот, поэтому вот, посмотрите, вот еще один пример. Зефир стоит, он попадает на него без доната. И что он ему может сделать? Вот нифига он ему не сделает. Он просто будет молча сливать все время. Вот, поэтому вот такие вот пункты я для себя выделил. Вы пишите, может кто-то еще что-то хочет. Можно было бы добавить еще героев, потому что реализации героев у нас много. 5 героев, ну не знаю, нормально, ненормально. Конечно, для бездонатов. Можно было бы, кстати, сделать вот как в экспедиции. В зависимости от силы было, ты имеешь возможность больше героев брать, то есть в зависимости от силы градация и больше героев, то есть донаты могли бы подбирать какие-то интересные пачки, без донаты могли бы тоже что-то придумать получше, там, я не знаю, у них понятно, что у них выбор не такой большой, как у донатов, но у них меньше была градация, была по силе, там, от 5, там, следующий этап, там, больше, больше, больше. То есть, блин, ну можно сделать интересную локацию, и чтобы она была играбельной, и все хотели в нее играть и фармить. Но, к сожалению, как видите, увы. В общем, пишите комменты, что вы думаете по поводу этой локации, и предложения, пожелания, и я думаю, будем делать еще подобные видосы и что-то решать. Все, всем удачи, всем пока.